Во всем мире клавиши на рояле устроены одним и тем же образом. Да, пишите B, Ч, их 12. Да. Черных из них 5, белых 7. Да. Все, спасибо. Спасибо. А теперь я задам вопрос, на который точно может ответить не только музыкант. Здесь потребовался специальный человек, помните, как там клавиши на рояле устроены. Давайте будем называть месяц длинным, если в нем 31 день. А все остальные месяцы будем называть коротким. Знаете ли вы, что январь месяц длинный, февраль короткий, март длинный, апрель короткий, май длинный, июнь короткий, июль и август длинные, сентябрь короткий, октябрь какой? Длинный. Ноябрь короткий и декабрь длинный. Ну вот, смотрите, здесь последовательность букв Б и Ч, там последовательность букв К и Д. Давайте я задам вам такой вопрос. Если пустить по кругу, дело в том, что после декабря же опять идет январь, после января идет февраль и так далее. И точно так же на фортепиано у вас есть вот это, потом следующее. Это не одна, а периодически повторяется. Так вот, давайте нарисуем. По кругу пустим вот эти буквы. И по кругу то же самое вот эти. Замечательно. Так, давайте я так сделаю. Скажем, начинаю здесь. Январь длинный, февраль короткий, март длинный, апрель короткий, длинный май, короткий июнь, длинный июль, длинный август, короткий сентябрь, длинный октябрь, короткий ноябрь, длинный декабрь. Правильно? Справился. Теперь посмотрим с вот этими. Только обратите, пожалуйста, внимание. Здесь ведь опять, на самом деле, вот эти вот Б и Б, они по краям, они на самом деле образуют две буквы Б, да? И соответственно, то же самое. Здесь будет такое место, где две буквы Б, и здесь вот будет две буквы Б. Так, поехали. Б, Ч, Б, Ч. Это я вот дошел до этого места. Потом идет Б, Б. Да? Потом идет Ч, Б. И еще Ч, Б. Пожалуйста, посмотрите на эти две картинки и подумайте, похожи они или нет. Есть ли какая-то связь между этими двумя? Какая? То, что в обоих из этих как бы очередностей одинаковое количество. Здесь Б, здесь Д. Верно, а еще? Это, конечно, верно, поровну. В одном случае 5, и в другом случае тоже 5. Да, да, пожалуйста. Просто если здесь будет че, здесь будет че, то тогда, если ты сделал бы че, то тогда не будет. Если разделение, то будет зеркально. Нет. Будет? Будет зеркально. А, не будет. Не будет зеркально. Повнимательнее, пожалуйста. Они очень похожи, но не так, что нужно в точности. Посмотрите, с какого момента надо читать. Вот представьте себе, что вот здесь я беру и, например, читаю после вот этого ДД, да? Итак, я иду. Короткий, длинный, короткий, длинный, короткий, длинный, и дальше опять длинный. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь какое-то место, чтобы после двух одинаковых три раза, что так было, короткий, длинный, короткий, длинный, короткий, длинный? Есть такое здесь? На самом деле есть. Вот после этого места. Посмотрите, пожалуйста, ЧБ, ЧБ, ЧБ. Видели? Вот если читать отсюда и вот сюда,
И если одновременно читать отсюда и вот сюда, то там, где вы будете здесь читать букву К, там будет буква Ч. А там, где будет буква Д, там здесь будет буква В. Поняли? Поняли. На самом деле, распределение букв по длинным и коротким месяцам и по белым и черным клавишам фортепиано одинаково. Интересно, почему? Было бы очень странно, если бы музыканты смотрели в календарь и по календарю ставили белые и черные клавиши, правда? А между тем ответ очень простой. Не могут быть все месяцы по 31 день, а половина месяцев по 30 дней. Потому что тогда в году было бы 360... Сколько? 6. 6. А на самом деле в основном в году надо, чтобы было 365, так? Поэтому все-таки сделали не поровну. Правда, дальше произошло безобразие, а именно у февраля отняли непонятно зачем дни и дали в август. Есть такая гипотеза, что это произошло из-за того, что императору Августу просто хотелось, чтобы его месяц тоже был большой. Я не знаю, насколько она правдива, но, в общем так, при современном количестве дней в месяц, месяцы образуют равномерную последовательность. Давайте, и, кстати, и белые и черные клавиши тоже образуют равномерную последовательность. Давайте объясню, да, что это такое. Вот берем, например, две буквы. Вот когда мы идем среди двух букв подряд, либо не одной короткой, либо не одной буквы К, либо одна буква. Согласны? Или берем три буквы. Может быть, две буквы К, может быть, одна. Вот здесь опять две, здесь одна. Господа, легко проверить, что какую последовательность, сколько букв не возьми, вот скажем, берем все по пять букв. Вот берем, отсчитывая по пять букв. Оказывается, что тогда будет либо 2К, либо 3К среди любых пяти подряд ключевых букв. Равномерно называется слово, обладающее следующим замечательным свойством, что когда вы берете любые несколько его букв и в другом месте берете ровно столько же букв, то количество букв К вот здесь и здесь будет отличаться не больше, чем на единицу. Понятно, что я сказал? А теперь, оказывается, есть такая теорема. При данном количестве букв Б и Ч, единственным, ну, естественно, с точки зрения поворота, образом их можно равномерно распределить на окружности. Я не буду вообще доказывать эту теорему, но я покажу еще одну картинку. И надеюсь, она, что называется, вам понравится. И вы, ну, что называется, обрадуетесь и поймете, что в математике есть много красивого. Это, повторяю, я сейчас говорю не с учебной целью, а с такой вот, с целью, чтобы вы увидели, как все бывает красиво. Господа, значит, просьба сейчас посмотреть на такую штуку. Я рисую сейчас таблицу размером 7 на 5. Так, это, к сожалению, не так просто, потому что у меня здесь линейки нет, но я постараюсь. Раз, два, три. Так, интересно, мне влезет или нет? 4 и 5. Ну, примерно так, да? Теперь я стараюсь делать 7 более-менее ровно. Ну, надо провести прямую, если у меня была линейка, я бы просто делал прямую. А я буду это делать так, смотрите, здесь угловой коэффициент 5,7. Поэтому на одном отрезке надо нарисовать примерно 5 седьмых. Здесь надо нарисовать 10 седьмых, это единица и 3 седьмых. Здесь 15 седьмых, то есть 2 с небольшим. Дальше 20 седьмых, то есть чуть-чуть меньше, чем 3.
Дальше 25 седьмых, то есть, это что такое? Это 3 и 4 седьмых. Дальше 30 седьмых, то есть, значит, вот здесь будет 2 седьмых, да, 4 и 2 седьмых. И вот эти все точки, если я их правильно все точно нарисовал, обязаны лежать на одной прямой. Ну, у меня примерно так, в общем, и получилось. В конце концов, хуже, но ничего. Вот. И теперь, господа, будет такая вещь. Я проведу прямую, то, что здесь непонятно, мы пересекаем это или это. Я проведу прямую очень близко от той, которую я только что провел. Понятно, да? Вот представьте себе, что это какая-то там, не знаю, доля миллиметра. То есть я рисую, конечно, немножко подальше, но вот представьте себе, что она идет близко, 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 близко. Представили? Так, представили. Вот она так идет, и там вот где-то идет. Тут у меня она здесь ушла подальше. В общем, все хорошо. Все хорошо. И смотрите теперь, что я буду делать. Здесь же горизонтальных линий, сколько у меня горизонтальных линий? 5 штук, правильно? Давайте, когда я пересекаюсь с горизонталью, я буду писать букву Ч. А когда пересекаюсь с вертикалью, я буду писать букву В. Но имеется в виду, что вот это вот у меня прямая, это прямая из сетки. И вот это вот прямая, это прямая из сетки. Понятно, да? И сейчас я напишу эти буквы. Так, давайте так. Я буквы Ч. Вот здесь вот буквы Ч, правда? Здесь буква Ч. Когда пересекаешь горизонталь, пишешь букву Ч. Так, написал. А когда пересекаешь вертикаль, пишешь букву Б. Здесь Б. Здесь Б. Здесь Б. Все понятно? Когда пересекаем вертикаль, пишем букву Б. Пересекаем вертикаль, пишем букву Б. Так, и единственная проблема, что вот там уже не надо писать, потому что на самом деле то пересечение фактически соответствует этому, потому что дальше все периодически пойдет. Поэтому мы вот начали. Да, давайте выпишем. Господа, смотрите, пожалуйста, на вот эту последовательность и ту последовательность, которую нам там написали. Помните? Б, Ч, Б, Ч, Б, Б и так далее. Помните такое? Замечательно. Они похожи или нет? Вот у меня такое ощущение, что надо взять, вот в этом месте отрезать и вот эти ЧБ перенести назад. Можно? Я так сделаю. Я вот эти ЧБ напишу сюда. ЧБ. А здесь я черкну. И теперь читайте вот эту последовательность и вот эту. Смотрите, да? И я читаю. Б, Ч, Б, Ч, Б, Б, Ч, Б, Ч, Б, Ч, Б. Так? Так, все. Получается, что вот это вот распределение дней по месяцам и распределение белых и черных клавиш рояля возникает, когда проводишь прямую на плоскости и смотришь, где она пересекает вертикальные и горизонтальные отрезки. Понятно? Еще раз, на этот счет есть целая теория, там, про, ну, в общем, там много всего есть интересного, но я не хочу вообще рассказывать эту теорию. Если хотите, можете посмотреть, там есть альбом «Комбинаторика», там для старших, там, все это будет рассказано подробно. Вот, что для наших с вами занятий и этого достаточно. Понимаете, математика – это наука, в которой огромное количество самых неожиданных взаимосвязей. Признайте, что вы не ожидали, что месяцы и клавиатура пианино связаны. Правда? А вот на самом деле связаны. А уж тем более, что если проведешь прямую, возьмешь прямоугольник 5 на 7 и проведешь прямую, что оказывается там будет та же самая последовательность. А между тем последовательность та же самая.